مرزك وشاش زبط على واستغيا خالك وشرتي برش زاوج عينا لله عينا Дедушкин и дед пшемит был. Он, ну, по разговорам, но я его не видел. Дед помнил. Ему лет 17, ну, по разговорам. Ну, мы не здесь жили, правда. Жили, ну, до центра не доезжая. И инфаркт, инсульт, скажем, постижен скончался. А у него 4 сына и 2 дочки было. 4 сыновья, ну, моя... Ну, прабабушка, получается, она из родов Курузовых. И мои вот ну, дедушка, 5 братьев, 4 сестры было. Ну, дед был женат на Исмеловых, но она рано умерла, бабушка моя. И я родился поздно. Отцу моему 51 было, когда я родился, матери 45 было. И у нас... Ну, в семье, в роду, 9 душ. Короче, 6 братьев и 3 сестры было. 2 сестры умерли, и 1 брат умер. Ну, 5 братьев еще, сестра мы жили. Ну, мой отец то трактористом, то на, этот, на заправке в бригаде на бричке развозил этот, ну, топливо. А потом барашек пас. Он заболел в 73-м году, а мне 14 лет было тогда. Ну, не помню, 2 или 3 недели отец, когда лежал, я за него пас барашек. А сейчас молодежь 14 лет не заставишь их пасти барашек. Самый старший из братьев отца до революции учился в станице Бескормной в гимназии и жил у атамана. Яценко, атаман Яценко, до революции. И когда уже революция совершилась, самый старший брат, ну, из братьев самый старший, он грамотный мужик был. А что греха таить? В 18-м году он был белым офицером. В белой армии офицером был. Те младшие братья, 1-5, отец мой 7-го года, они никак не подходили, а тот постарше был. Нас же учили, что у белого движения вообще никакой организации не было. А он погиб под Полтавой на Украине в 18-м году. Ага. Его тело привезли оттуда. 18-й год, ребят, представьте себе. И он похоронен на нашем кладбище. Да. А отец рассказывал, что он помнит, что 11 лет было отцу, когда дядю покойного привезли. Никаких повреждений, говорит, на нем не было. Только в висок пули попало. А, да. А потом те, кто его привезли, рассказывали подробности, как он погиб. Короче, лава кавалерийская. Красная, белая. И одному из однополчан моего дяди попадает самая пуля в его лошадь. Он остается без лошади. Ну, тоже отдых был. И он говорит, крикнул, кто помнит Аллах, пускай детей моих не оставит сиротами. Дядя разворачивается, его на луку седла, и в этот момент в него попадает пуля. В дядю моего. Тот остается жив, а этого привезли, похоронили здесь. Потом, по прошествии времени, еще в школе учителем работал, я искал этот род Яценко, нашел кое-кого из них. 20 лет, может, даже чуть больше, я связь с ними потерял. Но выяснилось, что этот атаман Бескормной был большевиками посажен в тюрьму, отсидел свой срок и умер в станице Бескормной в почете и уважении. Ресхари, аля, меша, джагуэ, гушаба.
его рая. Переселение началось с 1861 года. Ну, а вообще основанием аулового общества считается 1864, начало. Потому что не все семьи имели возможность выкупить свою волу. Надо было за душу заплатить 45 рублей. Это были большие деньги в то время. Вот некоторые отрабатывали годами даже. Те, кто не могли заплатить, сколько, 5-6, а может даже и те, кто и 10 лет работали у своих хозяев, чтобы купить, значит, свою волу, а потом получить свободу и переселиться сюда. Поэтому, значит, ну, началом, значит, считается 64-й год, и мы считаем этот год, значит, основанием аулового общества. А переселялись, значит, там, семьями, родами, значит, и постепенно аулы раздавались людьми, соответственно, и землей. Значит. Мы свой род считаем от, ну, Агурли, от нашего прапрадеда, что там. Ну, а потом, значит, пошли его сыновья, потом дедушка, отец, я, значит. Ну, в Армавире, значит, он был, значит, крепостным крестьянином. Насколько мы представляем, какого года рождения, мы точно не помним, ну, приблизительно там в 1850-х годах. И вот два сыновья, Пшипец и Хату, значит, вместе с ним переселились, аули, значит, вот от них и пошел наш род. Если синхронно перевести название этого аула, аул Рубский, Шха – это голова, аул выкупившихся голов. После отмены крепостного права, вот, допустим, мой род точно из тех, кто выкупил свои головы. У черкесгаев, у своих же, ну, богатеев в Армавире. А в Армавире, как вы знаете, три аула было. Ельмархабс, Диджахабс, третий не помню. Он только в 1914 году стал городом. До этого там три аула было. Ну, мой старший брат аж с Перми жена. Две дочки, ну, одна вышла замуж, два внука у него. Ну, советская тоже тут живет, но она уже не говорит, что она русская. Она себя считает черкешанкой. И она, я с ней работал, ну как, работали вместе. Она такая, ну как, вежливая, приятная женщина. Многих знаю же, и многих знаю, вот когда Пасха, я их поздравляю. Они по телефону меня тоже поздравляют, когда ураза байрам, когда. Ну, а так, чтобы прийти, у нас как, у христиан можно выпить, а у нас нельзя, это как говорится, запрещается. Ну, как рассказывают наши эти там, жили мирно, в общем, каких-либо эксцессов там, каких-либо, как говорится, недоразумений, ну, быту всякое бывало там. Но а так, наши туда ездили, имели своих кулаков, казаки сюда приезжали. Значит, первоначально надо было же нам нашим построить жилье, хозяйственники и прочее, как будто они помогали, значит, аульчанам, стройматериалами и все и прочее. Вот так. Ну, с трехсельцами у нас связи были, но в станице советской, потому что это большая станица была, там, значит, колхозный рынок был. Магазинов было много, поэтому наши, значит, больше приходил. И райцентр был, станица советская. И вот праздников, значит, наши ездили туда, значит, по приглашению, когда, ну, не все дружили, а вот многие имели свои, я уже сказал, кулаков своих, да. Они сюда приезжали на наши свадьбы, присутствовали. Наши жители тоже туда ездили. Вообще, короче говоря, связь была и взаимопонимание было. Бескорбная, то же самое, станица Бескорбная, да, вот ближайшие большие два вот эти вот станицы. Хотя мы
были связаны с Успенской. Ну, не с Успенской, значит, общаться было неудобно. Во-первых, да, во-первых, далеко. Ну и там хуже было, чем экономическое положение. А здесь было гораздо лучше. Поэтому наши связи были крепкие со советским районом. Это станица советская. Старые люди даже до сих пор боготворят станицу советскую. Она ведь раньше называлась станица Урупская до 1933 года, пока Каганович не приехал, не рассказачил. Ряд станиц на Кубани и эту тоже. Дружили крепко. Ну, конечно, черкес с черкесом может подраться, да? Казак с казаком может подраться. Не без этого. Ну, а так, жили дружно. А тем более, когда попал в тогдашний сельсовет, не администрация же была. Когда время было, я любил эти, смотрите, архивы. Особенно в войну, после войны, около 30% населения Аула-Урупского составляли русские и евреи. И к ним отношение было очень благосклонное. Очень благосклонное. Эти русские евреи изучали наш язык, знали, говорили на нем. Эти свадьбы между ними происходили. На языке танца может говорить каждый человек на свете. Это врожденный язык наших тел и наших душ, наших предков и наших детей. Черкесские танцы, они, их большое количество, и они все разные. Зафак, загатлят, исламей, хляпачас, хляпарыш, они все разные. Зафак, допустим, это медленный танец, а исламей – это парный танец, можно сказать, даже танец любви, потому что там танцует парень с девушкой, и в этом танце можно увидеть целую историю любви, как парень добивается свою девушку. Княжеская кафа – это когда девушка танцует на картунах. Это такая обувь из дерева, как маленькие, как можно сказать, даже табуретки, или как правильно. Вот девушка танцует, обычно танцевали из княжеского рода, вот так на таких картунах, в такой обуви. Мне кажется, должно быть желание в человеке, в ребенке должно быть желание, чтобы добиться чего-то. Вот, допустим, у нас танцуют дети с 5 лет, и у многих таких малышей даже очень неплохо получается. В современном мире, мне кажется, интересы другие. Если раньше стремились показать себя в танце, показать, на что ты способен, то сейчас век гаджетов, не знаю, интересы другие просто. Это в первую очередь сохранение своих традиций, своих обычаев, чтобы дети знали, что танцы у адыгов, они исходят из древности. Я, наверное, повторюсь, что каждый парень, каждый молодой человек, который танцует, он показывает в первую очередь, на что он способен, что он может. Он рассказывает в танце свою историю, в принципе, как и девушка молодая. Если говорить о традициях, у меня такое ощущение, что очень сильно они ассимилированы. Очень сильно. Вот. Но тут тоже надо немножко рассказать об этом. Вот в наше время, ну, скажем, я учился в 19-й школе, да? 19-я школа, она близко к Кубани расположена. И там еще есть 39-я школа. Вот это две школы, где учились дети из аулов с той стороны, из старого БЖКК там, и так далее. У меня в классе, причем было так, то в 39-ю их направляют, ну, видимо, какие-то решения были, то в 19-ю. Вот когда я учился, в 19-ю их было очень много. В каждом классе, у меня в классе много. Они потом после занятий шли на пристань, садились и ехали туда к себе. Вот тогда это, конечно, был совершенно другой народ. То есть они говорили по-русски хуже.
прямо вот на уроках, да, то есть было видно, что они говорят с акцентом. Они одевались по-другому совсем. Они держались сугубо, так сказать, друг дружки, да, как вот такая земляческая группа, и все. Дрались с русскими, с армянами, много было таких стычек. Ну, дети всегда дерутся агрессивные, ну, вот, в том числе здесь и национальный фактор тоже играл роль. Так что в то время адыги в целом были гораздо более изолированы от остального населения, я бы так сказал, если вот это вот проводить, ну, классификацию, самые изолированные в крае были они. И, наверное, это касалось и шапсуков. Хотя в то время я шапсуков причерноморских еще не знал. Я тогда там еще не был. Здешних шапсуков, они в этом смысле были такие же, как джидуги из этого старого Джака и из других мест. Ну, возле Коснаража и шапсуки, а он тоже есть, ты знаешь. Панахес, там, Афипсид, да. Что сейчас? Сейчас я общаюсь много с адыгами. Ну, и со студентами, конечно. У меня невестка адыгейка. Вот. И родственников вижу часто, они там приезжают, мы к ним приезжаем, все. Я вижу, что это колоссально русифицированные люди, колоссально. У меня есть возможность сравнивать, потому что другие родственники у меня в Абхазии, да. И, конечно, адыги и абхазы, ну, это как разные полюса совершенно. Понимаешь, это проявляется не только в том, что люди все меньше и меньше употребляют язык. Все больше и больше на русском говорят. Это и в другом проявляется. Ну, вот смотри, чисто этнографическая специфика. Абхаза самого культурного, самого, ну, в кавычках я это все говорю, ты понимаешь, все культурные, самого такого урбанизированного человека из Сухуми или из Москвы очень тяжело заставить есть рака или креветки. Понимаешь? У них до сих пор вот эти все пищевые предпочтения, они доминируют. Понимаешь? Я много раз был в адыгейских компаниях, когда ведро раков варят и с пивом запивают. То есть в других местах Северного Кавказа это непостижимая штука. То есть сняты пищевые запреты многие, понимаешь? Значит, молодых, особенно девушек, по внешнему виду, по тому, как они одеваются и ведут себя, если она не заговорит, вообще невозможно отличить от русских часто. Вот, по крайней мере, краснодарских и вокруг Краснодара, которые живут. Так что сильно поменялись и они. Вот за это время буквально, начиная с 70-х годов и вот сейчас до нашего года, до нашего времени. Для шапсугов это вообще сыграло, можно сказать, роковую роль. Почему? Потому что эти все-таки здесь побольше компактными группами живут. А шапсуги – это маленькие, совсем махонькие села, которые в окружении совсем других народов. Да? Ну, конечно, и амшенских армян, но и также русских, разных других поселенцев. Вот. Поэтому, мне кажется, степень сохранности, так сказать, традиционной культуры там самая низкая среди всех адыгов у них. Ниже, чем в Адыгее, ниже, чем там у бжедугов, каких-нибудь черкесов из-под Армавира и так далее. Самая низкая. Вот. Дальше. Значит, они, конечно, сопротивляются. Ну, какие-то лидеры их сопротивляются этому процессу. Конечно, хочется им сохранить свою культуру. Но в чем заключается сохранение? Я нигде не видел, не слышал даже об этом. Это ты меня поправишь, ты лучше знаешь. Чтобы люди пытались сохранить шапсугский диалект. Чтобы как-то пытались его изучать или там что-то записывать. В основном, когда разговор об идентичности... Адыгейский язык собираются изучать, да. Учебники из Адыгеи получают. Вот в чем дело. Так что, конечно, мне кажется, что шапсугская традиционная культура, она очень сильно такая под угрозой, в опасности. Вот. Ну вот музыкальные инструменты, очень забавная история. Значит, у них, насколько я знаю, в 19 веке был распространен тип кеманчи, точно такой же, как у понтийских армян и у понтийских греков, у амшенских армян. То есть, это такой характерный, ну, он вот именно для южного берега Черного моря характер. Но вот был такой, да, и они в основном на нем исполняли свои наигрыши. А сейчас, по-моему, ни одного человека не осталось, или, может быть, там один-два, которые играют на этом музыкальном инструменте. Сейчас они пользуются скрипкой, которая для адыгов характерна, для кабардинцев, для адыгов, вот адыгеи и так далее. То есть, вот, пожалуйста, как ушла одна из фольклорных традиций буквально на наших глазах.
А насчет межнациональных браков еще хотел спросить. Да. Есть они, конечно, есть. Но все равно я бы сказал, что поменьше, чем у армян. Есть, но поменьше. Но тут опять, наверное, вот религиозные традиции играют важную роль. Все-таки они мусульмане, хоть и поверхностные, но мусульмане же. Ислам же все равно существует. Так что есть семьи смешанные, но их так по пальцам можно пересчитать. Каска, сколько я помню, вот дедушкин младший брат в Каире 12 лет учился. Он не корреспондентом, никаким именно вот религию, как держат, как поступать. Понимаешь, и он обучал и моего отца, и многих он обучал. Ну, к религии. И вот я честно скажу, когда советская власть пришла, запрещала же, а наши аучане нет, не бросили. И вот мой отец, вот фамилия забыл, Хаджби, он не фонди был, потом после этого умер этот Агурлов, он много лет был ефенди, ну, имамом. И строгий был, ну, он душой добрый был, а так религию держал и строго держал. А если расслабишь, ну как, уже не то религия получится. А потом после него дядька мой был, ну, по материнской линии, Магомед Бакевич давний же, и он тоже строго держал. И после него уже, ну, не так уже религия. Мне самому, честно сказать, ну, я правду скажу, ну, уже не то религия в ауле. Вот этот коврик, намаз, на котором отец намаз делал, я пацаном с гордостью носил его вот там на горе, прямо на территории кладбища. Деревянный, не сруб, а деревянное, ну, здание, помещение было. Там молились по пятницам, только по пятницам. Когда, значит, советская власть, значит, запрещала, значит, религиозную деятельность все равно наши держали, значит, и молитву, и пост, и прочие старики, значит, молились. Мечети были открыты до 29-го года, с 29-го года потом постепенно их закрыли. Даже после закрыта совершали намаз, значит, у себя совершали, в других местах. Все равно не прекращалась религиозная деятельность. Да. Нет, советская, вот честно сказать, ну, сейчас многие переехали, а те, которые, ну, мои года, старшие, вот, они такие добрые люди, гостеприимные, хлеб-сольные. Не могу сказать, что там обманут или зажмут. Нет. Хороший народ советский. В Успенке тоже хороший. В Успенке раньше не так было. Сейчас уже как-то... Приехал. Ну, уже по-современному уже.